Да, вот это мы заросли. Ну ничего, сейчас. Представляю вашему вниманию бензокоса Калибр. Моделька у нас БК-1480. Довольно-таки увесистая карабулька. И гарантии 2 года. Пробежимся по тому, что пишет производитель. У нас модель двигателя такая-то. Мощность 1,5 кВт или 2 кобылы. Количество тактов у нас, естественно, 2. И ручной стартер. Емкость бака 1 литр. Ничего интересного нам производитель не написал. Но есть комплектация 2 коробки. То есть у меня полная комплектация. Купил я ее в Леруа Мерлен. Стоит она 5600, и это лучший вариант по соотношению цена-качество. Давайте начнем с более большой коробки. Точнее, длинной, в которой находится наша штанга. Вскроем штангу. Коробочка слегка в масле. Штанга у нас, скорее всего, смазана. Сразу выпадает вал. И сама штанга. Коробочка у вас пустая. Вот так выглядит штанга. Здесь у вас модель, наклеечка такая из Soft Touch. Что-то смазано маленько, но не страшно. И какие-то предупреждения. Но мы же живем в России, нам предупреждения без разницы. Давайте взорвем вторую коробку. Здесь должен быть двигатель, дрыгатель и, наверное, что-то еще. Потому что на коробке написано просто двигатель. Но у нас же не только двигатель должен быть. Открываем. Убираем кинжал. И начинаем потихоньку доставать. Ручка. Раз. Простая. Нету никаких отверстий. Алюминиевая. Сам пластик приятный. Ручка с газом, также алюминиевая, кнопка старт-стоп, такая-то, кнопка для фиксации, и видим, выключено-включено, естественно, с проводами, так как кнопка старт-стоп. Комплект какой-то мелочевки, болты, ключи, отвертки, все есть в комплекте. Это очень хорошо. Далее у нас здесь голова, на которую все это дело наворачивается. Защитный кожух на косу. Также в комплекте идет у нас диск. Диск вот такого плана. Довольно плотный. Такие размеры. Специально выбирал с диском, чтобы диск не докупать отдельно потом. Это у нас под диск. Ремешок какой-то. Давайте взорвем сразу. Ну, такой простенький ремешок. Ничего особенного. Сторонку. Какой-то переходник. В инструкции почитаем, узнаем. И сама катушка с леской. Леска уже намотана на нее. Не знаю, сколько там намотала, но она вот есть. Это тоже здорово. Ну и сам двигатель. Вот так он выглядит. Калибр. Две кобылы. Ручной стартер у нас. Вот он. И центробежное сцепление.
Все как обычно. Что-то брякает в бензобаке. Давайте посмотрим. В бензобаке брякает. Отсюда не видно. Там сетка фильтра есть. Ну что, давайте собирать. Объем бака есть 1 литр, и естественно бензин у нас с маслом. Ну что, первый старт. Кстати, вижу, что в карбюраторе бензин маленько есть, значит на заводе его проверяли уже. Накачаем бензина, имеется обратка у нас. Зажигание на ручке включено. Довольно тугой стартер. Есть запуск. Дадим маленько поработать, притереться, обкататься и пойдем косить. Ну что, покосил где-то час. За час бак, естественно, опустил. Можем
считать на расходе где-то литр в час. Скошено немало. Это только вот полянка возле бассейна за баней. Там со стороны еще вдоль забора все выкошено. Мощей хватает вполне. Даже с лихвой. Не зря идет в комплекте диск. Потом поставлю диск, выпилю еще кустарники. Покажу. Я его кустарники стою. Банька стоит. Блин, все неудобно идти. Со стороны. Вот эти кусты, потом еще диском пильну. Я думаю, возьмет. Там с той стороны машина у меня припаркована. И вот тут маленько кусты. И с той стороны огорода еще кусты. Маленько пильну. Мощей ей вполне хватит. Что могу сказать вкратце? Покупкой доволен. Так вот висит. Ну, конечно, лямочка одна. Слегка неудобно. Но покупкой доволен. Работать вот сейчас только от солнца. Устал, солнце слепит у нас вообще. Сейчас 30-х где-то на улице. Еще конец мая только. Надеюсь, дальше будет проще. Ну, сейчас Зена-то купил там. Не знаю, до этого видео или после этого видео выйдет. Климатическая установка. Купил себе. Думаю, будет полегче. Ну что, вот такой был обзор, сборочка. Всем спасибо за просмотр. Лайк обязательно. Подписка на канал. Всем пока.